помощь спутнику ВИ на базу госаптеки приехала новая поставка КовиВак. Сейчас препарат размещается на складе с учетом всех заявленных требований. Со склада КовиВак отправляется в холодильную камеру. Рекомендованная температура хранения 2,8 градусов со знаком «плюс». На каждой упаковке есть индивидуальный код, который в дальнейшем сканируется и заносится в базу данных. В системе «Честный знак качества» можно проследить путь препарата от производителя до потребителя. КовиВак, в отличие от двух других уже зарегистрированных вакцин спутника ВИ и ЭпиВак Корона, содержит в себе целый, но убитый вирус, а не его части. Эта технология применяется давно на территории Российской Федерации. То есть все прививки, которые поступают в рамках национального проекта прививочного календаря, они в основе лежит их вот инактивированные вакцины. Поэтому это не новый способ, он проверенный достаточно, поэтому возможность его как бы применения уже изучена. Этапов вакцинации осталось по-прежнему два, а вот интервал повторной прививки сократился с 21 дня до 14. Также теперь ревакцинация будет проходить с использованием одного и того же компонента, а не разных, как в случае со спутником. Как только Министерство здравоохранения составит график, новая партия вакцины отправится в больницу Ульяновской области. Вакцинация будет проходить обоими препаратами. Какой именно получит пациент, зависит от его анамнеза и хронических заболеваний. Право на выбор вакцины остается за лечащим врачом. Александра Никитина и Юрий Ломатов. УПРАВДА ТВ.